Сегодня хотела рассказать вам про такой гриб, как свинушка тонкая, или как его еще называют, свиным ухом, из-за того, что ножка гриба соединяется со шляпкой не в центре, а немного сбоку. Растет свинушка обычно группами, встречается в лиственных и хвойных лесах, светло-березовые рощи, солнечные опушки. Можно их встретить и в колее лесной дороги, в парках, в садах и на муравейниках. Растет этот гриб с июня по октябрь. Шляпка у гриба сначала плоская, до воронковидной, с завернутым глубоко внутрь войлочным краем. Бархатистая, охристо-буро-коричневая. Пластинки не сгибающие, желтовато-бурые, с легкостью отделяются от шляпки. При надавливании станет темно-бурым. Ножка чуть светлее шляпки. Гладкая, короткая, толстая, сплошная. Мясистая мякоть, грязно-желтоватая, на изломе буреет. Ну а если вы захотите засолить грибы, то перед засолом их необходимо отварить, чтобы избежать отравления. Ну на этом все. Если вам понравилось мое видео, не забудьте подписаться на мой канал.